Здравствуйте, друзья, меня зовут Денис Борисов, вы находитесь на канале fitforlife.ru. Сейчас мы поговорим про одно из очень известных упражнений в бодибилдинге, которое называется французский жим штанги лежа. Это упражнение акцентированно развивает наш трицепс. И особенность этого упражнения заключается в том, что оно изолированно воздействует на наш трицепс. Такие упражнения, как жим лежа узким хватом или отжимания на брусьях, относятся к категории базовых. В них задействовано несколько суставов. Соответственно, во время выполнения этих упражнений задействовано несколько больших мышечных групп, таких как грудные, передние дельты и так далее. Особенность французского жима со штангой заключается в том, что плечевой сустав у нас зафиксирован, и движение происходит только в локтевом суставе. Соответственно, нагрузка практически полностью ложится только на одну мышцу. И эта мышца – наш трицепс. Как это все примерно выглядит? Вот наш французский жим штанги лежа. Тут есть очень несколько достаточно важных нюансов. Для того, чтобы в этом упражнении эффективно работал именно трицепс, а не остальные мышечные группы, важно, чтобы ваше плечо, анатомически плечо, это та часть руки, где находятся бицепс и трицепс, а вовсе не дельта. Так вот, чтобы вот эти части находились параллельно друг другу. Не тут, а здесь вот. Вы видите, что они вот как две ноги вверх торчат. И, соответственно, разгибание у меня происходит только в локтевом суставе. Тогда будет работать непосредственно трицепс. Следующий момент, на который я бы советовал вам обратить внимание, касается того, куда вы будете опускать вашу штангу. Штангу можно опускать на нос, можно опускать за голову. Я сторонник все-таки опускать за голову, потому что, когда у вас происходит опускание штанги за голову, то во время подобной формы выполнения движения больше включается длинная головка трицепса, вот эта вот, которая вообще-то в большинстве упражнений практически не работает и очень часто у атлетов отстает. Для того, чтобы это отставание минимизировать, во время французского жима я вам советую делать амплитуду следующим образом. То есть берем удобный хват, вовсе не обязательно брать очень узко, вам будет неудобно. Я вам советую брать такой хват, при котором вам будет комфортно производить разгибание в локтевом суставе. Обычно это хват чуть уже ширины плеч. Выходим в стартовую позицию. В верхней точке руки у нас полностью разогнуты в локтях. И начинаем вот наше движение. Вот опустили, вот подняли. Опустили, подняли. Обратите внимание, штанга у меня заканчивает свой путь не напротив моих глаз, а немножко дальше, ближе к затылку. Для чего я это делаю? Для того, чтобы нагрузка в трицепсе сохранялась на протяжении всей амплитуды. Так существенно тяжелее делать упражнение, чем если бы я делал его от носа. А наша задача, я уже миллион раз повторял, не облегчать мышцы работу, а усложнять ей жизнь. Поэтому когда мы делаем из-за головы, нашему трицепсу сложнее. Именно такой формы я рекомендую вам придерживаться. Как обычно, выдох на усилии, никаких резких толчков. Мы чуть быстрее поднимаем, чуть медленнее опускаем, задерживаемся в нижней точке, растягиваем, задерживаемся в верхней точке, дополнительно сокращаем наш трицепс. Еще раз, в верхней точке локоть до конца разогнут. В общем, это французский жим лежа, детка.